Как понять, что совершил фундаментальную ошибку атрибуции, если никто этого не заметил? Татьяна, Киев. Ну, вопрос с подвохом. Значит, дело в том, что мы постоянно совершаем фундаментальную ошибку атрибуции. Значит, почему? Потому что что такое это фундаментальная ошибка? Это атрибутирование реальности неких наших ожиданий, знаний, представлений там, и так далее. То есть мы как бы присваиваем реальности какое-то значение, вот, и оно всегда в этом смысле субъективно и определяется нашим собственным опытом, нашими собственными какими-то предустановками. Не совершать фундаментальную ошибку атрибуции – это значит прозревать истину. Значит, как только вы начали прозревать истину, сразу же обращайтесь к специалистам моей основной профессии. Мы действительно не знаем в реальном положении вещей, и просто наше само как бы вот понимание того, что мы не все можем знать идеально и хорошо, это, на мой взгляд, самая важная установка. И в этой части, собственно говоря, фундаментальная ошибка атрибуции, ну, она больше касается социальной жизни, потому что была сформулирована в рамках как раз так называемой социальной психологии Лиросом. Вот, поэтому мы всегда не замечаем вот этой своей субъективности своего взгляда. Да? И просто знание этих когнитивных искажений, как работает наш мозг, да? каков мозг и жизнь реальная, да? Вот, позволяет вам быть более критичными, позволяет вам даже, как бы, сделав какие-то выводы, откатиться чуть-чуть назад, посмотреть на это дело с другой стороны, учесть какие-то дополнительные моменты в ситуации там, и так далее. Вот такая вот постоянная, в хорошем смысле, сомнение в истинности. Есть люди, мои критики, часто я слышу от них, так воинственно критикую какую-то, ну, просто ерунду какую-то. Ну, я просто сказал, ну, что мы там приматы, да, значит, и дальше начинается, ну, как бы. Но, понимаете, вопрос, что вы понимаете под приматами, да? Ну, вот. Ну, я понимаю вообще очень высокоразвитое существо, понимаете, у него мозг есть, у него там зоны в этом мозге есть, у него есть социальное поведение какое-то там и так далее. Ну, вот. И я понимаю, что это просто, ну, важно так это реконструировать для того, чтобы многое понимать про нас самих, да? Вот. Но люди, они как-то считают, ну, значит, он не извел человека, значит, да, просто вот над человеком надругался. Вот, и уверены в этом. Вот просто, ну, они совершили фундаментальную ошибку атрибуции и не заметили этого. И я боюсь, что они вообще не в курсе, что такая ошибка существует. Потому что вот всякая такая вот предельная уверенность и такая вот воинственная уверенность. Вот, как только видите воинственно уверенного человека, все. Вот просто ФО. Фундаментальная ошибка атрибуции.